правильно ответили, это слова Ашхаду, Ашхадуна, Ана, 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 Ла Илаха, Илаха, Ла Илаха, Ла Илаха, Инна Аллах, Илла Аллах, Ашхаду, Ва Ашхаду, Анна, Анна, Амадан, Мухаммада, Абдуху, Абдуху, Ва Расулу, Ва Расилу. Это смысл этого слова, так. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад, пророк его, и посланник. Пожалуйста. Allah'a emanet olun.